обожаю свою маму хотя бы за то, что она никогда не забывает напоминать мне о том, что я выгляжу по утрам как проститутка. И что мой макияж это сплошное вечернее говно. Тем не менее, обменялись любезностями с утра, можно и честь знать. Всем хорошего дня. Мне так очень даже сутенерский прикидик. Ща выстрою всех своих шалашовок в ряд, заставлю целовать персти, не буду продавать по безналу. Шикарная жизнь. Меня остановило только что два мусора. На одном посту и на другом. Страховочку покажете? Говорю, ёпта, да без Б. А ничего не употребляли сегодня? Говорю, мальчики, да клянусь, вот вам крест. Ничего. Отпустили, а я-то в стрессе. От этого стресса я теперь еду вообще непонятно в каком ряду, но мне похуй. Верите, похудел килограмм на 5 в эти моменты. Аж поляхом течет. Ну, конечно, вы верите. Вы же знаете, я не пизжу никогда. Я прям чувствую, килограммы ушли. Вообще, это пипец, у меня закончилась в машине эта жидкость, ну, где градусник с водой, поняли, охлаждающий, или как это, антифриз называется? Блядь, теперь еду на очке, чтобы выше 90 не поднялась, но уже поднялась. Горячая малышка моя.